Іран – ще одна з небагатьох країн, яка допомагає Росії вбивати українців. Що ви знали про них до появи дронів-шахедів? Мабуть, що там дуже багато нафти, газу, вони десятиліттями живуть під санкціями і чомусь живуть максимально неспокійно. Наприклад, зараз там іде революція, яка може перерости в війну. Що таке Іран і чому вони допомагають Росії воювати проти нас? За що влада цієї країни хоче вбити 14 тисяч своїх громадян? У вас в Ірані так само є смертна кара. Більше вироків лише в Китаї. Вони появляються, всіх убивають і все. І чим закінчилося? 1500 чоловік умер. Тепер Іран воює проти України. У їхніх дронах знайшли українську деталь. 40 років тому Іран був таким. Чому зараз це держава-терорист? І до чого тут США? Пішла революція. Вначалі все було так, як вони договарювалися. Да. І потім все різко змінилося. Ну, вони взагалі не думали, що це все вийде з контролю. Ой-ой, боїтесь Ірана? Покупайте оружие. Іран десятиліттями живе під санкціями і знає, що чекає Росію. Некоторі, особливо, на це зарабатували великі гроші. Очень большие деньги. 15 лет назад иранцы тоже смеялись, когда им сказали санкции, санкции, что тише, а что-нибудь. А поки ми не перейшли до основної частини відео, попрошу вас нам трішки допомогти. Зараз є перебої зі світлом, перегляди суттєво падають і YouTube гірше наші відео рекомендує. Тому, будь ласка, подобайте це відео прямо зараз, прокоментуйте його, і так алгоритми YouTube будуть працювати краще. Нас побачить якомога більше людей, і ми зможемо донести їм справді ось цю важливу тему. А за поширення відео від мене величезний вам респект. Для чого зараз ваша влада, влада Ірану, допомагає Путіну з цими дронами, ніби далі ракетами? Є така гіпотеза, ніби росіяни допомагають їм з ядерною програмою, дають якісь свої технології. Тому що я не думаю, що це питання тільки грошей. Тут вопрос не в деньгах. Ну, да, війна – це бізнес. Ну, це ні в кому не секрет. Но, мені кажется, тут є ще несколько других нюансів теж. Да, первое, единственный, ну, так сказать, в европейских странах, который поддерживал Иран в ООН по программе, ядерной программе, это была Россия. Во втором, Россия был посредником иранского газа в Европу. Да, ну, пока эти санкции не начинались, через Каспийские газовые линии. Иран продавал России, Россия продавала этот газ. Вот это все связи их приблизило очень сильно. Они, как сказать, два брата, да, один идет на бой, второй говорит, так, давай вместе. Угу. Это именно так и есть. Такое видели в Сирии. По моему мнению, там ничего кроме бизнеса не происходит. В рамке ядерной программы Россия говорит, да, Иран правильно делает. А Європа нічого не може робити без розрішення Америки. Ну, дивіться, у вас є ядерна програма. Да. Я чув, що навіть працюють деякі українці. Не знаю, наскільки це очень правильно. Дуже багато. Багато, ви це знаєте, так? Да? От розкажіть. Тому що я здогадувався, я чув таку інформацію, що там є українці. Є два програми, які в Ірані живуть в Ірані. Ну, українці живуть в Ірані. Є самолітостроїтельна компанія. Компанія Антонов в Ірані там діє по... Ну, Іран передоставляє всі необхідні місця, там все, а технологія і знання українські. И есть по ядерной программе ядерные физики, которые занимаются в Бушехре, в ядерной электростанции, атомной электростанции, которая в юге Ирана. Почему украинские? Потому что украинские вот это ядерные физики, это те ядерные физики, которые под конструкции и здания советские, технологии американские работали. Ось цей мотлох колись був дроном Шахед-136, ціна 10-20 тисяч доларів. Вартість Стінгера приблизно 60.
От і виходить, щоб збити дрон стінгером чи джавеліном, потрібно заплатити більше, ніж цей апарат насправді коштує. Питання в тому, скільки коштуватиме нам збитися. Наприклад, якщо ми будемо стріляти з ігли, один вистріл ігли в нас коштує 80 тисяч доларів. А даний безпілотник, як ми бачимо, він зроблений з усіх цивільних компонентів, і його собівартість, я не думаю, що буде сягати 80 тисяч доларів. Тому, як сказати, його потрібно збивати зенітними установками, які в нас є Шилка, та інші у нас також нам партнери були, надали нам німецькі. Також його потрібно збивати ручною зброєю, також була така ідея, щоб збивати його з вертольотів, але також з кулеметів, які стоять на вертольотах, його збивати. Але є ще один нюанс, що наші вертольоти можуть збити і наші ПВО, ви розумієте, тому що у нас інколи не буває координації між підрозділами, і вони не знають, хто працює, а хто ні. Тому його вже ж краще збивати ЗУшками або ручною зброєю. Малокаліберної зброї, як, наприклад, з автоматом, да, ви кажете, з автоматом його дуже тяжко збити. Якщо крупнокаліберний, більше ймовірність його збиття. Раніше ці безпілотники летіли над дорогою і маскували свій звук двигуна. Вони летіли або над дорогою, або над річками. І перед тим тоді, як ви знаєте, багато запускалося дронів одночасно за різними маршрутами. І потім наш ворог дивився, який безпілотник долетів і куди. Тому нам, як рекомендували, не потрібно ніде висвітлювати номера бортів, щоб противник не знав, за яким маршрутом безпілотник долетів до даної цілі. Розумієте? Тому того було складно перші дні збивати, тому що він маскувався під звуки двигуна. Якщо ви знаєте, під час повітряної тривоги у нас вже заборонено користуватися газонокосилками, їздити мопедами. Ми вже вжили деякі заходи для цього, щоб з ними боротися. На дистанції до 200 км від точки запуску цим дроном можна керувати. Далі просто забиваються координати, по яким він рухається самостійно. Технологія дешева, але приносить шкоду. Тому логічне запитання, а чому ми не можемо робити щось подібне? Багато чого залежить від того, скільки в них часу йде на поставку комплектуючих. Це дуже велику роль відіграє в його створенні, якщо ви розумієте. Якщо не буде якоїсь комплектуючої, це збільшення часу. Я думаю, приблизно на такий безпілотник потрібно, якщо у вас є всі комплектуючі, компоненти, тиждень. Наші фахівці хочуть створити аналогічні БПЛА, під нашим підрахунком це потрібно 2-3 місяці. Ви казали, що в Моджахеді є українська деталь. Так. Відомо яка? Радіо РЛ. Як вона туди потрапила? Наші служби над цим працюють, як вона туди потрапила. Mm-hmm. Зараз з'ясовуємо. У дроні Шахет є українські деталі? Так. Серйозно? Так. Радіо РЛ те саме, як моєго релюшка. Ми зараз бачили вже частинки Ірану в Україні, шахеди, які літають. Для чого їм залазити сюди, допомагати Росії, шкодити Україні? І як на це має реагувати Ізраїль? Я думаю, що вони не будуть просто спостерігати. Да. Видимо, русским что-то им пообещали и дают. Не думаю, что они это из какой-то доброты сердечной. Они там закидывают столько всего. Сейчас про ракеты уже идет речь. Вот там. Это много страшнее, кстати, чем шахеды, вот эти 136 и 131, если эти ракеты не передадут. Поэтому Иран, видимо, что-то от России получает. Кстати, возможно, по ядерным технологиям. У России ведь есть советское наследие, все вот это. Вот. Да, вполне могут им добавить вот те недостающие компоненты. Вот. Угу. Быть для Ирана такой Францией, как Франция была для Израиля когда-то. Вот. Израиль тоже не сам же все-таки смог обзавестись потенциалом ядерным. Это все-таки французы. Как Израиль должен реагировать? У нас вот долетают информации о том, что поляки помогли Украине с антидронными системами, там, борьбой с шахедами и так далее. Понятно, откуда у поляков такая информация, потом оказывается, что Израиль через Польшу это сделал и так далее. Там Нью-Йорк Таймс в США писали, что Израиль передал тоже информацию о шахедах в Украине, потому Украина так их эффективно сейчас сбивает. Вот. Ирану враг Израиля дает дроны России, Израиль враг Ирана дает антидроны Украине. Все логично получается.
частички пазла сходятся. Но с вопросами сейчас с ракетами мы видим, как один из министров, министр по вопросам диаспор в Израиле, заявил, что все, вот теперь нужно уже официально, чтобы Израиль вот не только через там, Польшу или США какие-то вот там помощь оказывал, а именно официально Иерусалим должен сейчас помочь Украине. Это уже сказал не какой-то парламентарий, это министр. Я очень надеюсь, моя личная позиция, что Израиль должен максимально помогать Украине. Я очень надеюсь, что разговор закончится делами на официальном уровне. Я точно уверен, что за кулисами много чего делается. Я уверен на 90%, что Израиль передал информацию про шахеды Украине. Вот откуда Украина и подобрала ключик к ним, как их сбивать и так далее. Но мне хотелось все-таки, чтобы делали намного больше. Особенно на фоне ракет. Если действительно окажется, что они передадут ракет, я думаю, что Израилю нужно уже официально помочь Украине с этим вопросом, с иранским. Потому что это заинтересованность, в тому числі і Ізраїля. Ці обстріли України, ракетні, які посилилися, це безсилля, бо на полі бою не виходить? В чому причина? Військово? Да, да, як і в прошлый раз ми про це говорили, я говорив, це все так же остається. Ну, нет інструментів у Путіна просто ніяких. Ну, то есть, ми видим от ситуацію з Кримським мостом. Він немножко приуныл, його будуть чинити до этого, до лета следующего года. Плюс це дійсно їм дуже сильно ограничило логістику. Переброски, там только одно полотно осталось, железнодорожное там до сих пор шли в этом чинят, второе там будут чинить до лета и так далее. А що ви, до речі, думаєте про цю фразу, що сказали, що це росіяни самі вдарили по Кримському мосту, щоб потім українців бомбити, а так вони наче не могли бомбити? Фігня? Ні, я вважаю, що це фігня, да. Я вважаю, що це фігня, тобто ми бачимо, який ущерб тому мосту був нанесен, і до лета будуть чинити, ну це виглядить максимально глупо і безсмисленно, от і так далі. А якщо вони дуже хочуть провокацію якусь зробити, щоб нанести удари, у них є тисяча один спосіб зробити це якось проще, дешевле, ніж уничтожати їх довгострой как бы, національного рівня, там всім міром не строїли Кримський мост і так далі. Ні, це точно не ФСБ. Путіну докладають про ситуацію на Кримському мосту, він спрашивает у Генштаба, от, какие вот, что у нас есть инструменты, что мы можем сделать? Что где-то пойти в наступление, освободить территории какие-то там, ну как они считают, то есть захватить. Такого у них нет. Высадку десанта в Одессе где-то, такого они делать не могут. Какую-то операцию провести не могут. У них никаких инструментов нет. Что остается? Только ракеты использовать. В том числе даже если там где-то были запасы неприкосновенные этих там ракет, всегда, когда вы используете оружие, вы оставляете какую-то часть на случай чего-то там. Вот только такое. То есть больше ничего не остается. Вот. Но при этом, опять же, переделанные С-300 и шахеды не используют нет хорошей жизни. Если сейчас то, что американские СМИ говорят о закупке иранских ракет, ну тоже они их покупают не потому, что иранские ракеты им кажутся какими-то самыми лучшими на свете, потому что у них свой арсенал как бы заканчивается. Они же хотят больше всего сейчас, чтобы начались переговоры между Россией и Украиной, которые, естественно, будут в пользу России происходить. Так вони не розуміють, що це неможливо. Ну, там, скільки не стріляй, не стріляй, ну, якби... Да, вони цього не розуміють. Вот, вони вважають, що можна любов переламати через коліна. Один раз не вийшло, два рази не вийшло, а на третій раз вийшло. Вони так вважають. Ну, удачі. Аліреза – іранець, який давно живе в Україні. Він один з тих, хто активно приходив на Майдан протестувати проти іранських дронів. Якщо повернеться додому, на нього чекає в'язниця. Мені підтримували батьки, тому що знали, що за політичною середою, яка є в Ірані, яка мені не підходяща, у мене можуть бути проблеми там в будущее. Поэтому они меня поддерживали, и я решил выйти из Ирана и там продолжать свою учебу и жизнь в другом месте. А что вы выбрали Украину, расскажи? Потому что я очень любил футбол и любил Андрея Шевченко, когда он играл в ФК Милан. У меня была его футболка, еще есть, но сейчас в Иране, конечно, маленький сейчас. І тому я теж участвував в цьому рішенні. До речі, незабаром буде чемпіонат світу з футболу в Катарі, і там буде Іран. Українці попросили дискваліфікувати цю збірну, а що цікаво, таке ж саме прохання було в іранських футболістів, які написали відкритий лист до FIFA, просять їх прибрати з турніру, тому що в країні протести, вбивства і їм точно не до футболу. Генії чиновники з FIFA просто проморозилися, сказали, давайте не будемо змішувати ідеологічні протистояння та футбол. А ще мене найбільше здивувало те, що вони продали показ чемпіонату світу на Росію. Напишіть у коментарі, як ви вважаєте, це нормально, що FIFA досі продовжує вести бізнес із окупантами? Як так вийшло зараз, що деякі футболісти з Ірану
кажуть, аби їхня збірна не грала на чемпіонаті світу. Вони звертаються до FIFA, щоб забрали у них це право. От поясніть, як таке може бути? Это очень просто. Это потому что сейчас люди у нас в Иране протестуют, и они каждый день их убивают там на улицах Ирана. Поэтому сейчас у людям просто нет желания сидеть, посмотреть футбол и там праздниковать по этой событию. Наше государство всегда говорит, что очень много фанатов, которые вот смотрят футбол вживую, это знак, что у нас все хорошо и все рады. И поэтому они всегда так говорят, вот смотрите, у нас все люди счастливые, они вот, придут смотреть футбол, вот так, и все у нас в порядке. Але ж для футболистов, это, например, шанс чемпионат світу раз в житті, правильно, они могут больше не зіграти, а вони добровольно кажуть, что мы не хотим. Нет, это чуть-чуть по-другому, футболисты, которые сейчас этого говорят, не футболисты, которые есть сейчас в сборной. Они есть, которые не в сборной. Тех, которые сейчас в сборной, не могут такого сказать, потому что футбол – это очень политический спорт в Иране. И поэтому, если они такого скажут, им будет очень плохо жить. То есть, и даже у нас футболисты, которые сейчас такого говорят, не очень известны. Был спортсмен Навид Афкари. Это в 2018 году он сказал в социальных мережах, что он поддерживает людей. Когда у нас был протест о повышении цены топлива на 3 раза. И он прямо сказал, что он хочет смены власти. Его, конечно, арестовали. И потом сказали, что он кто-то убил, поэтому... Его давали такое. Він був борець, чи хто забув? Да, борець. Да, да, да. Наші партнери з Favbet вважають Іран одним із головних аутсайдерів цього турніру, тому що в них фактично немає жодних шансів перемогти. Коефіцієнт просто космічний – 500. Натомість реальні фаворити турніру – Бразилія та Англія. А я б не забував ще про Францію, у якої теж високі шанси. Звісно, можна ризикнути із Бельгією, бо на них дуже непоганий коефіцієнт. У закріпленому коментарі шукай посилання, за яким ти зможеш прогнозувати свого переможця турніру. І, звісно, не забувай про круту акцію Favbet. Вони зараз прокачують тачки для Збройних сил України, і ти теж можеш допомогти. Слухай, брачо, є задачка. Пацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить втікати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Надо смотреть, ми в якій країні живемо. Да, в Україні я можу виходити, сказати, я проти, наприклад. Я иностранец, который давно живу в Украине, да, но я могу выходить и сказать, что я против действий президента. За это мне ничего не будет. Тут свобода слова. Да, а там не так. Этот спортсмен, если это скажет, его просто сделает так, что больше нигде в Иране не играет в футбол. Ну, там спортсмены небольшие роли играют. Ничего такого не могут решать. Да, они бы хотели высказаться, некоторые из них высказались. Але я так розумію, це говорять ті, хто не в Ірані живе, правильно? Ті, хто десь живе в Європі. Ні, говорить ті, хто в Ірані теж живе. Да, ну, вони розуміють, на що йдуть. Угу. Да, якщо в Ірані хтось заговорить, це він точно знає, його чекає тюрму. Угу. Як, до речі, ви думаєте, тому що українці почали писати, давайте реально Іран виключимо зі змагання? Включимо туди Україну. За правилами так не може бути. От як би ви хотіли, тому що ви пожили і в Ірані, і в Україні. Я футбол не смотрю, якщо чесно. Я смотрю баскетбол. Но я читаю, это не в закон. Не в рамки закона ми видим, що происходит в Ірані. Якщо починати действовать не в рамки закона, да, это будет хаос. То же самое происходит в Ірані, будет происходить по всему миру. Я читаю, если есть закон, надо действовать по них. Ми з вами зачепили права жінок, і я читав таку річ, не знаю, чи це правда, що жінкам навіть забороняють на футбольні матчі ходити. Заборонили, но FIFA
сказал, либо женщин будут ходить в зарегистрированные матчи. Ну, это матчи типа Суперлига наши и матчи международные. Либо Иран полностью убирает список FIFA. И таким образом они надавили, и им пришлось уже в какой-то част стадиона сделали женский, да, вообще отдельный выход, отдельное обслуживание. Uh-huh. Типа, как сказать, вот округлый стадион, част просто убирали, вот тут будет сидеть женщина. Ну, а поясніть так по-простому, що таке Іран? Ви зараз в Києві можете спокійно гуляти в одязі, який вам подобається, робити, що хочеш, говорити про що хочеш. В Ірані, от якщо я приїду як турист, що я маю знати, що там можна, що там не можна робити? Ні, знаєте, як турист, ми завжди говоримо, що Іран – рай для туристів. Потому что они, этот власть всегда хочет показать, что все в порядке. Они отбирают основные права человека. Это первое нарушение, которое они делают. Во-вторых, например, здесь вы можете просто позвонить кто-то и сделать разрешение на какой-то мирные протесты. Да? Mm-hmm. Просто стоят и говорят, мы такого не можем делать. Давайте я говорю маленький список, и этот список будет то, что мы можем делать. Mm-hmm. Вот. Например, мы можем кушать. Это основное право человека, да? Но всегда есть какое-то исключение, всегда есть услуги для этих основных. Мы не можем кушать свинину. Если вы продаете свинину сейчас в Иране, вас посадят в тюрьму. Мы можем пить, но только не без алкоголя. Что будет с алкогольным напоем, если вас поймают, что вы пьете алкоголь? Ну, посадят в тюрьму. Да, и потом отправляют на центр реабилитации. Мы можем спать, но не с подругой, если только после брака. Мы можем говорить, но не политические взгляды. Но если они совпадают с политические взгляды государства, можно. Вы еще не служили в армии, правильно? Там теж да. Є обов'язкова служба в армии. Что вам будет за не службу? И яка там взагалі армия цікава? Да. Мое пребывание в Украине тоже не гарантировано. Хотя я здесь, у меня есть жена, которая украинка, я уже 10 лет здесь жил, оплачивал все налоги, но это вообще не важно, потому что я из Ирана. Чтобы получить постоянный вид на жительство в Украине, мне сказали в иммиграцию, что не будут принимать, потому что я из Ирана. Но я считаю себя украинцем в сердце. Неважно, где я буду всегда поддерживать Украину. У своїх роликах я часто піднімаю теми громадянства, тому що отримати український паспорт чомусь набагато складніше, ніж паспорти деяких європейських країн. Не знаю, чи це правильно, напишіть у коментарях. І як ви вважаєте, чи потрібно давати український паспорт героям мого відео, які вже давно живуть в Україні і, в принципі, себе з цією країною асоціюють? А це правда, що ви українську мову теж починаєте вчити? Когда я приехал в Украину, мне предлагали учить русский язык. Ресурсы на медицину, которую я хотел учить, был больше. Книги там были больше. И еще деканат мне сказали, что если вы учите русский, есть других стран, которые можете использовать свои знания языка. Поэтому я учил русский. Но я могу додать, что я разумею свою помилку. І зараз в результаті я починав в процесі вивчення української мови. І я думаю, що люди, які є в Україні, вони мають правду, свободу, вибору мову, яку вони хочуть говорити. Але ми іноземці різні. Коли ми починаємо починати з нуля, ми повинні вчити державну мову країни. І це без винятку. Попросимо зараз людей тут подобаєчку поставити, тому що іранець, який знає українську мову, це реально це круто. We'll be right back.
Друзі, зараз не раджу вам купувати мопед, аби зайвий раз не лякати людей. Краще собі спокійно на автомобілі. До речі, є крута новина для автовласників. Якщо у вас закінчується страховка і потрібно купувати нову, є можливість зекономити цілих 20%. Заходьте на сайт Hotline Finance, там протягом листопада діє знижка 20% на автоцивілку за промокодом SALE20. Оформлюйте поліс за 5 хвилин і він одразу прийде вам на пошту. А ще дуже зручно, якщо автоцивілка вам треба не зараз, а скажімо пізніше, але ви хочете отримати знижку, то ви просто вкажіть дату початку дії страховки. Вона буде працювати саме з того періоду. Для вас залишаю посилання на Hotline Finance і сам промокод. В принципе, мужчинам дозволено все. А женщинам, грубо говоря, много чего не дозволено. Ну, вот это много чего не дозволено нету в Конституции. Оно так есть, потому что когда-то какой-то из верховных лидеров сказал так лучше. Ну, а если, например, жінка не хочет носить хиджаб, как ее может покарать? Первый раз штраф. Второй раз тоже штраф. Третий раз судья может записать до 3 месяцев лишения свободы. Просто за одяг? Да. У вас в Іране так само є смертна кара. Більше вироків лише в Китаї. Іран на другому місці. За що можуть просто вбити людину? Є 3 категорії. В першому – те, хто маньяки. Це чоловік должен умереть. Да, это человек не достоин жить среди обычных людей. Второй – за торговлей наркотики. Очень много за это убивают. Третья категория, которой вот, непонятно, что с ними и как этот закон выходил, откуда этот закон. Те, кто, например, у них политические взгляды, не подходит государству. Или там экономические взгляды не подходят государству. И они привязывают этому человеку государственные изменники. То есть у вас маньяк и другая думка политична, это по факту одно и то же. Да, человек был, у него был очень крутой телеграм-канал. Политик, журналист был. И он начал писать о политике. Произошло у нас очень огромное отмывание деньги. И в сумме, по-моему, если не ошибаюсь, 1 миллиард долларов. И человек, который, как называемый, верхушка это все система была, убежал в Канаду. Ну, пока не доказывали, что он это все делал. Он говорит, что это хотят просто на него бросать это все, чтобы его убить. Он убежал. Вот этот журналист нашел тщательные документы этой случившейся там в Иране. И выложил в Телеграме. И выходил какие-то имя каких-то генералов, ксира, там какие-то близкие политические элиты. Закрывать в тюрьме, потому что журналист сказал, как ты можешь сказать, что генерал, например, Ксира, может так делать? Ну, по факту так и делали. Он уехал с семьей, по-моему, в Швецию. Несколько лет он нашел очень многих знакомых, которые рассказали, как вот эта система работает. И у него телеграм-канал вырос, по-моему, до 3 миллиона или 4 миллиона подписчиков, потому что уже людям стало интересно, откуда эта вся информация берется. 3 года назад, когда в 2019-м там было вот это кипиш за бензина, этот человек был очень важной роль играл. И рассказывал все, кто делает, что делать, где собраться там. Ну, как лидер. Но он тщательно всегда сказал, что я не политический лидер, я журналист, я могу рассказать, что делать. Ну, потом, кого выбираете как политика, это не касается меня. Но потом сделали ловушку ему в Ираке, когда он должен был встретиться с одним генералом Ксира. Когда приехал, его украли из Ирака, привезли в Иран, его заставили в государственной телевидении сказать, что я ошибся, это все
со мной играли американцы, как обычно вот это должно происходить, и его повесили. Як у вас відбувається смертна кара? Тому що ми бачили там фільми, на площі збираються люди і так далі. Ні, такое не происходит. Все закрыто, правильно? Закрыто в тюрмі, там есть отдел, как повешение, как происходит. Угу. Ну, и там все происходит. Ну, публичные казни были, если не ошибаюсь, где-то 20 лет назад, угу. когда был очень известный маньяк, который изнасиловал девушек, потом убивал, очень жестоко убивал. Его долго искали, он почти 100 девушек убил в Иране, в разных городах. И оказалось, что он вообще таксист, типа, занимался вот это. Ну, тогда не было вот эти камеры наблюдения, там, вот, намного меньше было, 20-25 лет назад. Что вы видите перед собой? Это Иран. Доволі прогресивна країна з чудовими перспективами. Так було до ісламської революції 1979 року. Радикали прийшли до влади, скинули шаха, а монархію замінили на теократію, тобто владу духовенства. Іран ставав усе більш закритим. Наприклад, одного дня захопили посольство США. Країна десятиліттями жила під санкціями, і абсолютно не дивно, що знайшла собі товариша у вигляді Росії. До 79-го року, до ісламської революції, це була країна така фактично проєвропейська, західні цінності, там всі одягалися як хто хотів. Може, вам батьки розказували, яким був Іран в цей період? Мені дедушка, бабушка і родителі об'яснили. Мені сказали, що все було добре. І це не було їх рішення. Наприклад, я вам говорю, у мене дедушка всегда говорил, всегда он рассказал эту историю, что он, у него был синий Бьюк, машина американская, и он заработал 30 дней, чтобы купить эту машину. 30 дней? 30 дней. И это было до революции. Уровень жизни был очень хороший. Когда вы спрашиваете, почему, тогда почему, какого черта вы сделали революцию, они просто молчают. Европейским и американским странам нужна была нефть. Тогда король очень хотел изменить условия договора за нефтью в Иране, чтобы немного больше деньги оставались в стране, чтобы больше мог он вложить, да, или как-то в экономику вложить, чтобы экономика росла. Но так как, понимаешь, люди хотят дешевле покупать, европейцы тоже хотели дешевле что-то покупать. Когда видели, не есть некоторые нюансы, когда люди не хотят это государство, они начали акцент делать на Хомейни, чтобы давай мы поможем тебе, тебе что нужно, какие средства нужно, да, мы поможем, ты сделаешь так, а получим пополам там нефтью, которой будем договариваться с тобой. Але пройшла революція, і держава стала максимально закрита. Пройшла революція, вначале все було так, як вони договарювалися. Угу. Да? І потім все різко змінилося. Потім в кінці 79-го, начале 80-х років у нього особливо почалися змінення взгляду. Да? І він одобрив нападення на посольство США в Ірані. Потом он стал агрессивно внутри страны, потому что начал убить всех, кто были против. Поясніть, пройшла революція 79-й рік, зараз уже майже 40 років минуло. От як зараз живе Іран? Який там політичний устрій? Що людям можна, що не можна? Если посмотреть по закону, у нас Конституція почти не действует. Даже посмотреть эти, то, чего протесты сейчас происходят в Иране, да, по нашим Конституциям, полиция не имеет никакого разрешения бить кого-то на улице. Если даже человек убийца убивает человека перед глазами полиции, полиция не имеет разрешения бить человека, если человек не сопротивляется. Если человек лежит на земле, да, просто его закрыть и в радиале, там, угу. в участке. И там уже должен, как сказать,
судья и вся судебная система решить судьбу этого человека. Даже если его казнить, да, убить или еще что-то побить, это не должен решить полиция. У нас еще кроме милиции, которой очень много подразделений есть, у нас есть еще КВИР, как или на русском КСИР говорят, типа корпус стражи исламской революции, который это вообще своеобразная история. Надо еще смотреть, почему война началась, потому что Хомейни уже не начал сотрудничать с ЦРУ и всю ту структуру, о которой они там договорились, да, и не хотел нафт продать так, как он хотел. И в итоге они Саддама Хусейна уговорили, что там есть частные, которые арабскоязычные, там надо нападать, там эти арабы, они из Ирака, ну, те слова, которые мы слышим от Путина сейчас, которые бессмысленны вообще. Да, русскоязычные, там, какие-то нацисты, там, вот такие изгладят, да. Те, которые скручивало США. Только это США с Саддамом Хусейном, да, что есть там область Хузестан, в Хузестане живут арабскоязычные, там, это очень много нефти, там живут, типа, не иранцы, а арабскоязычные, это, тем более, если едешь туда, все говорят, что мы иранцы, ну, только мы арабы, которые живем в Иране. Потом, как собирался вот под название КВИР, вот этот эликсир, как сказать, это все батальоны объединились, и получилось вот этот корпус стража исламской революции. Им дали власть, им дали деньги, санкции поставили, Иран впрямой не мог продать. Вот эти военные с КСИРа, когда они в основном учились за границей, там у них было много связей, начали продавать через КСИР. Да, и это все деньги накопилось туда. Они зашли в экономику, в дорожное строительство, в электростанции там строили. И у них получилась огромная власть. И эта власть под вот этого верховного лидера. И кто идет против верховного лидера, сразу они появляются, всех убивают, и все. 3 года назад у нас резко цена за бензин поднялась. В Иране. Цена была, ну, сразу два раза. Ну, я не скажу просто цена за бензин. У нас очень смешной, потому что они нефть копают в Иране, сразу делают некачественный бензин, который из-за него постоянно во всех городах Ирана проблема. Да, и цена взросла на него. И что они делали? Люди вышли, этот раз не люди в них не выходили, ну, сказать, политические взгляды, там, студенты. Водители такси выходили, там, водители автобус. И чем закончилось? 1500 человек умерло. Українців уже нічим не здивувати, але в Ірані зараз теж спекотно. Усе почалося зі смерті цієї дівчини. Її затримала поліція моралі за неналежне носіння хіджабу. Дівчину побили до смерті. Це спровокувало масові протести. Спочатку за права жінок, а зараз за повне повалення режиму. У неї була дуже прилична одежда. Моя мама в течение прошли 20 лет, она то же самое всегда носит одежду. Просто, к сожалению, можно так сказать, что есть такая моральная полиция, которая, например, у них есть минибус, да? Там надо 10 человек. У них есть еще 8, и у них есть 8, и им нужно 2. Если кто-то попасть по пути, они что-то найдут и просто сберут. Их цель сейчас один. Смена режима. Этот раз люди стали более по-умному делать. Ну, как сказать, каждый раз опытом набрали. И интернет сильно помог. Особенно Твиттер. Вообще Твиттер персидский началось от того, что люди начали анекдоты там писать. Да, и все оттуда врастал, больше. И дошло до того, что многие люди там сидели и написали свои взгляды. И этим очень помогло, особенно этот раз. Люди в Твиттере писали, что делать.
как правильно делать. Например, человек написал 10 лет назад, в 2019 году, когда выходили за протесты за бензина, вот это делали. Это не надо делать. Угу. Надо вот так делать. Реально владу скинуть у вас? Тому що західна преса зараз починає розгинати таку штуку, що протести потрошку зупиняються і так далі. Як насправді? Смотрите, когда была революция, чтобы убирать Шаха и приехал Хомейни, за революцией стояли вся Европа и Америка целиком. Даже сам президент Америки об этом разговаривал. Да, сейчас нету такого единства, что хотят, чтобы они уходили. Ну, если смотреть глубоко в это, они пользуются существованием радикальных исламистов в Иране. Потому что существование их заставляет покупать всех арабских стран, включая еще Израиль сверху, покупать оружие. Угу. Потому что, ой-ой, боитесь Ирана, покупайте оружие. Вот это большой рынок. Да, во втором, они, ну, сейчас появился еще одна страна, которые могут с скидкой покупать у них нефть и газ. Да, как сейчас продает Россия нефть и газ. Через компании, которые зарегистрированы в Китае или в Турции, нефть и газ идет туда и оттуда идет в Европу. Пока нет вот это единственный голос, единство в Европе или в Америке, чтобы сказать так, этому политическому действие надо закончить. Пропаганда на нас уже не работает, потому что в этих 40 лет люди уже понимали, откуда брать правильную информацию, откуда брать правду. Я разговаривал с бабушкой, и она сейчас в Иране, и она мне сказала, если когда-нибудь ты встречаешь президента Зеленского, ты подходишь к ним и поцелуешь вот сразу лобом и говоришь, что бабушка сказала, что ты молодец, нам ты не оставлял свой народ, ты стоял сильным, и нам нужно больше лидеров, как вас в мире. Як тільки ми закінчували це відео, в парламенті Ірану проголосували за те, щоб стратити частину активних протестувальників. Режим і прості громадяни тепер підуть до кінця. І це може призвести до справжньої війни всередині країни. Друзі, підтримуйте український Ютуб, підпишіться прямо зараз, наша наступна ціль – це 150 тисяч підписників. А ще в нас є Patreon, переходьте туди і там буде кілька ексклюзивних матеріалів про Іран. Аби ви краще зрозуміли, як працюють санкції і чому це боляче вдарить по економіці, погляньте на доволі примітивну, але зрозумілу графіку. Іранське видання порівняло, скільки кілограмів м'яса можна було купити на мінімальну зарплатню у 1978 році, до революції. І скільки кілограмів м'яса може дозволити іранець собі зараз. Громадяни збідніли більш ніж у 7 разів. Ви згадали таку річ, що Іран живе під санкціями давно вже. От як це впливає на життя звичайних людей? Ви це відчуваєте чи не відчуваєте? Санкції почались із-за ядерної програми Ірану. Вначалі люди не розуміли, що відбувається. Потім все стало гораздо хуже, коли вже економіка не працювала. Просто-запросто не працювала. И еще с появлением интернета, молодежь, которая вот это все в интернете, в ТикТоке, там, в Ютубе, все это смотрел, да, и поколение, как скажем, Z, которое сейчас очень много популярно о нем говорить, когда они уже появились, это все начало больше не работать, потому что они хотели какие-то продукции, более европейские, более используемые по всему миру, а в Иране вот эти санкции не давали вот это все делать. Угу. А некоторые особенно на это зарабатывали большие деньги, очень большие деньги. Те, кто на них не работал закон,
в Іране і закон в Європі. Що вони робили? Вони, наприклад, вот эти продукции, которые была под запрета или в Іране, или там, на продажу в Іран, покупали и перевезли. А если цена, например, на нем стояла, например, говорю, в Европе $100, в Иране она стояла $250. Да, они еще там со скидкой покупали $80. Угу. Да, и началось поколение тех, кто сильно побогатели в очень коротком сроке. Их называют торговцы санкций в Иране. Угу. Так и называют их. Они на санкции зарабатывают большие деньги. То же самое с автомобилем. Да? Например, говорю, какой-то C200 Mercedes-Benz в Украине сколько стоит сейчас? 20, максимум уж самый новый модель 30. Да? Если эту машину забрать в Иране, он будет стоить 150 тысяч. Да, потому что налоги 100%. 100% на нем налоги. Типа, если 20 тысяч, 20 тысяч платишь налоги. И еще сверху они зарабатывают, потому что только они могут этот товар перенести в Иран. А влада никаких не чипает, правильно? Тех людей, которые торгуют санкциями. Так они есть среди вот эти те, кто есть в верхушке в нашей власти. У вас такая схема, что выходит санкции, владе выгодны? Да. Поэтому, когда иногда переходят политики, которые иранские политики, говорят, санкции не помогают. Ведь санкции просто убивают народ. Угу. Да, если 10 лет, 15% населения Ирана жило бедно. Сейчас вот за это 10 лет это достигло до 60%. Но влада, ничего, власти наши не поменялось. Угу. Они побогатели, у них дети живут либо в Америке, либо в Канаде. И ничего не изменилось. Потому что постоянные санкции из-за ядерной программы. Mm-hmm. Санкции из-за того, что проблема с Америкой. Санкции, потому что проблема с Англией. Mm-hmm. Под санкциями то же самое. Русские сейчас ничего не понимают, что с ними происходит. 10 лет, 15 лет назад иранцы тоже смеялись, когда им сказали санкции, они что тише, что-нибудь. А зараз не смеются уже? Нет, люди сейчас плакают. Даже те, кто были тогда при власти, да, сейчас действительно плакают из-за этого. В России тоже сейчас не понимают, что происходит. Вот санкции, когда начинают действовать, тогда они будут плакать. А дайте прогноз невеличкий, якщо санкції запрацюють в Росії, що буде з Росією? Якщо зараз, наприклад, 10% в Росії живе бідно, я знаю більше, 100%, якщо не читаю, я просто був в Магадані, якщо поїдете туди, поймете, я о чому. Не дай Бог. Да, і коли люди, в то время, коли ми їхали, люди, коли телевізор бачили, думали, вот це волшебство. Вот, это в 2008 году, 2009 году. И вот это люди, которые жили бедно, да, и еще будет больше их. Потому что ничего, субсидий нечем платить. Да, они сейчас говорят, вот эта программа, социальная, вот это социальные программы как раз нарушают естественный путь экономики. Сейчас в Украине не читаем это, потому что Украина сейчас защищается. Когда есть санкции, эти страны обязательно должны использовать вот это все. Да, вот эти субсидии платить. Вот этот субсидии платить, как санкции растут, эти субсидии должны увеличивать. А деньги откуда-то надо брать? Да, у России сейчас достаточно хороший доход от продажи газа, нефти и все такое. Но это начинает уменьшаться. И вот со временем мы видели, что происходит в Иране. Когда от 5%
бідних населення, дійшли до 60% бідних населення. Іран фактично вступає у війну проти України. Вони вже нічим не гірші, ніж, скажімо, влада Білорусі. Іранські інструктори приїжджали в Крим навчати працювати з дронами, але точку запуску відстежили. Іранців стало менше. Наскільки велика проблема ось ці ракети, про які ви згадали? Тому що ви сказали, що це гірше, ніж шахеди. Шахеди вже, в принципі, наробили проблем. Ну, любое оружие может сделать проблем. То есть смертник на грузовике тоже может вам сделать проблемы и так далее. Это же не говорит о том, что это какое-то сложное оружие, комплексное. То есть никогда не нужно рассматривать весь как черно-белое. Вот, оружие проблемное, не проблемное. То есть любое оружие проблемное. Просто сами шахеды – это полукустарные, вот, несложные цели, которые можно сбивать. То есть если бы вместо шахедов они использовали искандеры, это было бы страшнее намного. Но тот факт, что у них кончаются искандеры, они бы используют шахеды. Вот, или переделанные С-300 ракеты для ударов по земле. Иранские ракеты, это, во-первых, Иран, так как он был под санкциями, он не подписывал никаких договоров о ограничении ракет в 300 километров, 500 километров, 700 километров. Полтонны боеголовка, это страшно, это уже не шахет с 20 килограммами взрывчатки, или 15, ну, там разные есть, это тут полтонны, как у Искандера, кстати. И это управляемая по GPS, то есть она бьет... Разные есть данные, иранцы говорят вообще 3 метра, я сомневаюсь. Вот. Есть данные в 50-70 метров, и есть данные Агил Рустамадзе, вот, азербайджанский военный аналитик, вот он предположил, что 10-20 метров у них есть точность у этих ракет. Что-то если погано. Да, если 10-20, это грозное, страшное оружие. Да, поэтому в отличие от этих дронов, которые полукустарщина, здесь речь идет действительно о сильном подспорье России в том терроре, который она ведет, ракетном терроре, который она ведет против Украины. Украине вообще нужно будет свою ракетную программу развернуть широкую. После того, как это от России получится отбиться и будет какое-то время затишье, все понимают, что это будет затишье. Вот. Пока Россия не развалилась, не разрушилась. Даже если будет уход Путина, все равно это будет затишье. Пусть даже на 50 лет, но затишье. И если это 50 лет затишье, это отлично. За 50 лет можно очень хорошую ракетную программу развернуть. И Украине, я думаю, надо будет подоставать всех этих там еще советские наработки, инженеров старой школы и так далее, из пыльных чуланов, пыль с них стряхнуть и развернуть свою программу. Там и ГРОМ-3, ГРОМ-4, ГРОМ-10 и так далее. Народ, не забудьте оцінити нашу роботу і обрати тему одного із наступних роликів. Це буде інтернаціональний легіон, справжні чеченці або герої Азовсталі. А можливо, якийсь ваш варіант. Пишіть у коментарі, усе це прочитаю.